TV телеканалының жаңалықтар бөлімінің продюсері Ақыналиева Ақылай Ақыналиевна сөйленеді. Так всеми любимая республиканская газета «Эркинту» поздравила женщин Кыргызстана с Международным женским днем. Чести быть, впереди удостоилась и наша коллега, продюсер информационного отдела телеканала «Нью ТВ» Аклая Каналиева. За вклад в развитие культуры страны она награждена медалью. Для меня эта награда стала полной неожиданностью. Пополнить ряды лучших женщин страны по версии читателей газеты «Эркинту» – это гордость и действительно награда. Спасибо за проявленное внимание и теплые слова. Среди почетных гостей можно было встретить общественных деятелей, женщин из разных сфер, а также трудящихся долгие годы в государственных учреждениях. Редакция газеты отметила, что слабый пол является источником не только в семье, но и в жизни каждого человека. Труд женщины неоценим. Ежегодно редакция «Эркинту» поздравляет всех женщин страны и награждает почетными грамотами, а также медалью. Сегодня гости прибыли со всех регионов республики, даже с самых дальних сел. Собравшиеся представляют разные сферы. Среди них есть заслуженные врачи, бизнес-леди, известные личности, те женщины, которые преуспели в торговле, все, кто заслужил низкий поклон и похвал. Женщинам, внесших вклад и принимавших активное участие в развитии страны, были вручены ценные подарки. А самое главное, по отбору читателей, их фотографии были опубликованы в номере последнего выпуска на главных страницах газеты. Женщины приятно удивились, среди них педагог высшей категории. По отбору читателей наши фотографии теперь на страницах любимой газеты. И нас выбрали как лучших, награждают медалью, а значит, наш труд высоко оценили. Я 25 лет своей жизни посвятила сфере образования. Спасибо редакции, что подняли нам настроение перед самым праздником. Профессия врача, уж тем более акушера-гинеколога, является трудной, но необходимой. Медики всю свою жизнь посвящают себя служению людям. Все профессии важны, но работа врача очень ответственная. Мы работаем со здоровьем не только матерей, но и новорожденными. И очень приятно, когда твою работу оценивают по достоинству. Спасибо вам. Редакция газеты поздравила собравшихся и был исполнен гимн «Эркинту». Гости вечера являлись не только профессионалами своего дела, но и постоянными читателями республиканской газеты. Весеннее мероприятие сопровождалось концертной программой. Элиза Балбакова, Тынштык Кульбаев, Нью ТВ.